Обшарпанный фасад, ржавая табличка с адресом и вывеска «Почта России» – вот что встречает жителей станицы Гастагаевской на входе в почтовое отделение. Впрочем, внутри ситуация не лучше. Облупившаяся краска, помещение, которое находится без ремонта последние 36 лет, и обычная печь, которую топят дровами. Централизованное отопление есть, но, по словам работников почтампа, оно не работает. Кассу сегодня одна принимает. Утром приходил, очередь занял, я говорю, о, человек, наверное, 50 номер. Когда очередь дали, пошел на рынок, пока все обошел, в больницу пошли. Сейчас после обеда теперь снова очередь. Ну, безусловно, любое здание требует сейчас ремонт требует. Где народ, там вообще должен считается общественным местом. Поэтому должно порядок здесь. Такое же неприветливое здание ждало нашу съемочную группу и на месте второго отделения местной почты. Замусоренная территория вокруг, грязные окна, обшарпанный фасад. Местные жители шутят, мол, отделение работает как раз под стать своему облику. А мы задаемся вопросом, навести порядок на своем рабочем месте и рядом с ним можно и без больших затрат. Было бы желание.